Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скубер, и это очередная серия прохождения Gran Turismo 2 для первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами одолели гонку в ночи, гонку на выносливость, и получили за нее не самую, надо сказать, прекрасную машину, ну, бывает и такое. Lancer Evolution 6 мы заработали, ну, а в этой серии, как я вам говорил, мы возьмемся за трассу Рим. Двухчасовую трассу по Риму. Одну из самых длинных гонок в этой серии. И, в общем, пройдем мы ее, как вы уже догадались, наверное, вот на этой тачке. На спешл модели Alfa Romeo 155-й. Она и так уже полностью прокачана. Единственное, чтобы она ехала лучше, мы сейчас читерский ход примем и купим ей новое литье. Вот, дабы она выглядела более... Ну, по крайней мере, вот с таким литьем она в шестой части Gran Turismo. И давайте ее заделаем под это... под более современную модель. В общем, я ее потестил. Так, сейчас мы вот поставим резину медиум, поедем на средней резине. В общем, менять я в настройках практически ничего не стал. Единственное, я ей, ну, так как она, в общем, полноприводная, немножко уменьшил нагрузку на переднюю ось, то есть она больше сейчас будет грести у нас задом, потому как переднюю ось она и подавно стачивает, ну, быстрее, чем заднюю, поэтому немножко сместим акцент назад, точнее уменьшим его спереди, ну и стартуем. Как, в общем, просил меня Алекс Вульф, возрадуйся, друже, надеюсь, что я сдюжу. Вообще машина, конечно, слабовата она для этой гонки, но в принципе шанс на выигрыш есть. Я решил взять ее, именно эту машину. И видите, нам, кстати, повезло, у нас сейчас с вами тут GT1 2 аж. Это очень серьезные, надо сказать, соперники, очень серьезные. И вот еще и Вентури здесь, Атлантик. Это вообще полный набор. Я когда тестил машину, я тоже в эту же самую гонку зашел. И у меня тогда был один GT1 и Вентури Атлантик. И я проехался, в общем, с ними достаточно немного. Но понял, что в принципе соперничать с ними можно. Если очень четко ехать, не допускать особых ошибок, ну таких серьезных, то возможно, ребята, сражаться с этими машинами, даже с GT1. Вот, кстати, очень сейчас плохо, что он сразу от нас оторвался. Это не есть хорошо, потому что было бы хорошо, если бы я со старта вырвался вперед, и тогда бы удерживал его, потому что было бы неплохо, если я сейчас его догнал бы. Вот надо постараться, пока резина очень еще свежая, прям вот в работе. В принципе, удается мне ехать быстрее, чем GT1, потому что по мере истирания покрышек мой темп будет падать быстрее, чем темп GT1. И вот там интересный момент наступит, скорее всего, такой, когда он начнет отрываться. В общем, на самом деле, гонка должна быть, ребят, интересная. Она будет еще и тактической, то есть тут именно за счет пит-стопов можно выиграть. Ну, по ходу гонки я еще расскажу об этом. Так, и сейчас будем преследовать, значит, этот GT1. Как я уже сказал,
альфа, ничего я в ней абсолютно не менял. Вот у нее стоковые настройки. Так, вот, это отлично, это очень хорошо, что мы смогли все-таки GT1 преодолеть. Сейчас главное его оставить позади. И пытаться его сдерживать позади себя как можно дольше. Потому что, естественно, он мощнее, он быстрее. На прямых он будет всячески пытаться пройти вперед. Но преимущество наше — это повороты. Это повороты, друзья. Причем повороты, как правило, медленные и среднескоростные. Потому что, естественно, в быстрых и на прямых, вот, зараза, вот видите, что творит. Вот, вот это я ошибку совершил. Думал, он по внешне пойдет. Но повезло, что я остался впереди. Да, гонка предстоит очень насыщенной. Даже не знаю. Это мне напоминает немножко чем-то гонку нашу 300 километров Гранд-Воли в первой части. Но там это скорее было просто из-за машины. Там с машиной приходилось больше даже сражаться, чем с соперниками. Здесь же нет, здесь машина, на самом деле, Альфа очень хороший аппарат. Она близка к, в общем, к моим идеалам. То есть, как я говорил, я очень люблю машины с небольшой недостаточной поворачиваемостью, но с небольшой. Ну и, естественно, либо нейтральной. Так вот, она, когда резина свежая, она с нейтральной поворачиваемостью. То есть, она практически идеальна. Ну, как по мне. Когда чуть-чуть начинает подпроседать резина, у нее появляется небольшая недостаточная поворачиваемость, ну и она в процессе разрушения покрышек, она все больше увеличивается. Но с этим бороться можно, поэтому, в принципе, на одном комплекте здесь можно проехать достаточно долго. Вот, и даже вот чуть-чуть удалось GT1 сбросить непосредственно с хвоста. Так, ну и появляется тогда небольшая возможность. Вот, видите, настолько напряженная гонка, настолько напряженное начало, что даже возможности особой нету о чем-то поговорить, кроме событий на трассе. Так, ну вот, кстати, тот же самый Алекс Вульф, ты вот говорил, что туринговая машина, скорее всего, будет слаба, и, в общем-то, ты-то и хотел увидеть здесь туринг. Ну вот, возрадуйся, как я уже сказал, все-таки на туринге можно сражаться с ними. Сложно, но можно, как говорится. Поэтому ничего больше я не тестил, то есть я изначально, если хотел брать что-то туринговое, то это вот Альфу. Поэтому ничего даже больше тестить не пытался. Взял ее, понял, что в принципе возможно. И возможно сотворить очень интересную гонку. Ну, надеюсь, что вообще так по предпосылкам это одна из интереснейших гонок должна быть. По крайней мере, вот с тактической точки зрения очень. Здесь никаких круговых, ну, по крайней мере, среди вот наших самых серьезных соперников, естественно, не будет. Я думаю, на круг мы здесь не опередим никого. Здесь задача, в общем-то, выиграть. Поэтому я там толком даже не разглядел, кто был еще в соперниках. По-моему, Листер был, Шторм. Это, конечно, не соперник. Именно в этой части Гран-Туризма почему-то его сделали очень слабым. Хотя, не знаю, машина. Ох, да что тебя! Вот это просто, блин, я не знаю, небеса вмешались. Это, ребята, выскочил у меня опять окошко очередное, блин, опять не все программы позакрывал. Так, это меняет все, это меняет вообще даже само настроение гонки. Ну, благо, хоть один GT1 всего пропустили. Лидируют сейчас GT1, и это плохо. Но в принципе, это даже может быть в какой-то степени интереснее. Сейчас надо будет ни в коем случае не отставать от него. То есть стараться держать. В принципе, резина еще позволяет. Она еще по большей части зеленая.
Надеюсь, что мне удастся проехать около 20 кругов на этой резине. И вообще где-то около 20 кругов проезжать. Очень это надеюсь, потому что, как я уже сказал, GT1 убивает резину медленнее, чем я. И он, в принципе, способен проехать больше 20 кругов на одном комплекте. Поэтому очень желательно затянуть пит-стоп. Вот, ну будем стараться. Вот сейчас у нас чуть меньше 5 секунд отрыв. Надо держаться, ребята. Болейте за меня. Вот, понятно, что вы, конечно, смотрите в записи, это уже дело все, но все равно я чувствую вашу поддержку. Вот, и так, ну немножко по части этой гонки. У нас, в принципе, таких гонок еще не было. Ни в первой, ни во второй части Gran Turismo. Эта гонка, как я уже сказал, 2 часа Рима. То есть здесь у нас, вот видите, там наверху-то счетчик, да, 99 кругов. Но здесь, в общем, отсчет не кругами ведется. Здесь именно что 2 часа. То есть гонка будет длиться 2 часа плюс 1 круг. Вот, то есть по истечении 2 часов, тот круг, на котором я буду находиться по истечении этого времени, он, собственно, и станет последним. Поэтому, не знаю, здесь, в общем-то, я, если честно, не помню, но не факт, что мы вот эти 99 кругов-то с вами преодолеем. Если честно, не знаю, что будет, если преодолеть эти 99 кругов раньше, чем истечет двухчасовой лимит. Но подозреваю, что это, наверное, невозможно. Вот. Так, тем временем чуть-чуть GT1 нам получилось догнать. Уже меньше 4 секунд. Это хорошо, значит, пока мы способны ехать в его темпе даже чуть быстрее. Также я тестировал между двумя гонками этими нашими, между ночной и, собственно, вот этой машины, между собой тестировал, собственно, на следующую, на будущую гонку, на Лагуну Секу. Это я взял, собственно, это опять, Алекс Вульф, к тебе, отвечаю на твой вопрос, скорее даже не вопрос, а просьбу. R390 взял, который мы с вами одну гонку назад заработали. И, собственно, GT1. И сравнил их на американском автодроме на Лагуне Секи. И какие же мои эмоции? И какой мой, собственно говоря, комментарий по этому поводу? Обе машины просто великолепны. То есть, реально, мне очень нравится обе эти машины. Они по-своему хороши, практически идеальны. Но если говорить чисто сухими цифрами, да, вот фактами, то да, я говорю, что также я только стоковые настройки использовал, ну потому что особо времени понастраивать их не было. Да, собственно, там и настраивать практически нечего. Машины и так представлены здесь, ну, практически в идеальной конфигурации. Поэтому говорю о стоковых настройках на трассе Лагуна Сека, на, собственно, с истиранием покрышек. То есть я прямо заходил в чемпионат, там тестил на, ну, то есть в тестах участвовал. R390, божественная машина, практически тоже с идеальной развесовкой, очень управляется легко, интуитивно, ну, практически, я говорю, идеал. То есть, так как мы знаем, что идеала не существует, но это вот очень близко подобралась к нему. Единственный у нее минус, чуть-чуть, вот буквально чуть-чуть, и то это даже не минус, это, ну, это некий шарм такой машины, немножечко она
чуть-чуть с избытком, вот буквально чуть-чуть, то есть от нейтральной поворачиваемости ее отделяет буквально там несколько процентиков, вот, и поэтому надо немножечко, то есть это даже, не знаю, настройками это скорее всего даже не убрать, то есть это настолько мизер, но он чуть-чуть чувствуется, здесь просто нужно не так грубо газом с ним играть, то есть немножечко. Хотя, опять же, если просто ее сравнивать с заднеприводными мощными машинами, она управляется идеально. И на газ она, в общем, много прощает. То есть, практически пройдя апекс поворота, можно тут же давить на газ. Единственное, есть некоторые повороты совсем медленные, допустим, какие-то затяжные, где это, вот я говорю, проявляется вот небольшая избыточная поворачиваемость, но все-таки это очень мощная заднеприводная машина. Вот. Если же ее сравнивать с GT1, то все-таки она, конечно, ему проигрывает. Все-таки, да, проигрывает, потому что GT1 это и вовсе, ну, я не знаю, если R390 очень близка к идеалу, то GT1 это, ну, наверное, это идеал. Опять же, я говорю, идеала достичь все-таки невозможно, но GT1 это просто какая-то машина сказочная. Он, его вообще в занос практически нереально пустить, по крайней мере на свежей резине. Естественно, если поедем на нем гонку на Лагуне Секи, естественно, по мере истирания покрышек, конечно, будут проблемы, но вот на свежем комплекте он прощает практически все. То есть я на нем топил гашетку абсолютно, вот уже в апексах начинал разгоняться, и практически ни малейшего срыва, вообще не знаю, то есть это реально читерский болид, и имба-болид такой, имбовый. При том, что, кстати, по техническим характеристикам, R390 у него 633 лошадиные силы при... Ух ты, вот спидстопа листер как раз, да, вот вынырнул. Помешал, зараза, помешал. Сейчас GT1 секундочку еще у нас отыграет. Это очень критично на самом деле. Так вот, вернусь к нашим баранам, как говорится. Значит, GT1... У нас, если вы помните, на него была куплена там турбина, первая стадия. И я ее снял, естественно, чтобы он тоже, ну, если можно так сказать, был в стоке. И после этого у него стало 593 лошадиные силы. Соответственно, дефицит наблюдается в сторону GT1. И 900 килограмм веса. То есть на 100 килограмм он полегче. Может быть, это... вот как раз компенсирует эти недостающие лошадиные силы. Ну и в общем, что мы имеем в сухом остатке, то есть, как я уже сказал о цифрах, то есть на Лагуне Секи GT1 оказался на 2 секунды быстрее R390. Как я уже сказал, оба показали себя великолепно, классные машины, но вот GT1 все-таки немного быстрее. Поэтому, ну, так чисто по цифрам, конечно, он круче. Ну и по управляемости, я говорю, то есть GT1 это, ну, не знаю, насколько это правда, насколько они тут реалистично, конечно, отобразили все это дело. Имею в виду разработчики. Но управляется он великолепно просто. То есть я до этого обожал эту машину, сейчас я люблю ее еще больше. Вот, и думаю, что, наверное, Лагуну Секу мы все-таки на GT1 проедем. Вот, да и, в общем-то, один из подписчиков, Артемка Супер, меня об этом тоже просил. Поэтому, да я и сам... после этих тестов очень захотел пройти эту гонку на GT1.
если честно. Вот, тем более, что эта гонка у нас легкой прогулкой не будет явно. Имею в виду гонку, которую мы едем сейчас. Так, и GT1, в принципе, самое главное, что мы не отстаем от него сейчас. Но, правда, вот резина уже подсела, и очень хорошо, что уже 16-й круг. Это значит, что все-таки, наверное, около 20-то кругов удастся поехать. Самое главное, чтобы она не умерла настолько, чтобы мы начали сильно отставать от GT1. Потому что отпускать нам его нельзя ни в коем случае. Даже если у нас вот сейчас есть небольшой гандикап от него, после пит-стопа, я надеюсь, ну вообще так должно быть, как и по началу гонки, судя, я поеду быстрее, чем он. И там будет вот несколько кругов на абсолютно свежей резине, когда мы сможем его, ну, в общем, отыгрывать у него время. И, в общем, надо будет постараться вот на первых кругах после пит-стопа все это отставание от него нивелировать и, в общем, постараться выйти вперед, чтобы вот как раз на втором комплекте резины сработала та тактика, на которую я надеялся, в общем, на первом отрезке, не пускать его вперед, когда резина подсядет. Вот. Ну, на самом деле очень интересно. Давно у меня таких гонок не было, чтобы надо было вот так все рассчитывать. Но тем лучше. Очень мне, по крайней мере, очень нравится как участнику этой гонки. Надеюсь, что и вам тоже не скучно. Вот. Так, пока вроде бы держимся. Более или менее. Так, насчет тестов. А, я еще обещал Viper потестить к этой серии, но Viper'ом у меня не было времени заняться, и, к сожалению, Viper я не потестировал. Это я отвечаю сейчас на вопрос, или опять же на просьбу тоже одного из подписчиков, Виктора Шилова. Так что, Виктор, постараюсь это все дело оформить к следующей серии, к Лагуне Секе. Потестировать, и уже в следующей серии расскажу тебе, как и чего. Удалось мне с Вайпером или не удалось подружиться, в общем. Так, ну, 19-й круг. 3.8, ух ты, смотрите, даже удалось, ай-яй, немножечко приблизиться к GT1, ну это из последних сил уже, если честно. Вот сейчас, как я говорил, у Альфы нашей появилась недостаточная поворачиваемость, достаточно серьезная, и вот любая вот такая вот малейшая ошибка, вот сейчас я поздно затормозил, и вот опять она сразу дает возможность GT1 отрываться. То есть тут надо практически безошибочно будет ехать всю гонку, все эти 2 часа. Конечно, держать концентрацию не так просто, но это еще цветочки. Напоминаю вам, что в последующих частях Гран-туризма гонки будут гораздо более длинными. То есть то, что, с чем они тут экспериментировали, разработчики, видимо, им это понравилось, и дальше они с большим энтузиазмом увеличат продолжительность гонок, ну, в общем, где-то и в 10 раз. Вот это я сейчас про 24-часовые марафоны, которые, по-моему, появились в 4-й части. Жужжит, конечно, Альфа так, довольно у нее высокий голос, если можно так сказать. И жужжит она, конечно, как пылесос.
не чета предыдущей нашей машине Ford GT90. Да. Резина уже практически полностью умерла, и вот и опять GT1 не заезжает. Это плохо, плохо, конечно. Еще и сзади нас, по-моему, там кто-то. Ага, вот сзади соперник-то заехал. Скорее всего, это сзади там второй GT1 был. Так, вот сразу он оторвался. Аж до 6 секунд. Отрыв увеличил. Да, ну это... Ох, ну все, сейчас она вообще практически не поворачивает. Так, наверное, все, после этого круга надо ехать на пит-стоп. Потому что в повороты она вообще отказывается вписываться. И да, и еще секунду, в общем, резко прямо стал GT1 отрываться. Этого нельзя допустить. И надеюсь, что он остановится на этом же круге. Ну или, по крайней мере, немного будет еще ехать. То есть нельзя допустить, чтобы он, допустим, за всю гонку на один пит-стоп совершил меньше. Это будет катастрофой, и надо, по крайней мере, чтобы у нас было равное количество пит-стопов. Вот, для этого я, в общем-то, и затягиваю. Все, заезжаем на пит-стоп. Да, и он тоже заехал, отлично, отлично. Это хорошо. Сейчас посмотрим, выйдет ли еще кто-то вперед. Вот видите, он уже совершил пит-стоп и уезжает, а мы только-только вот в свой бокс подъехали. Так, вот, да, мы четвертый, ага, значит, вся эта дружная ватага нас обошла. Соответственно, я так подозреваю, что там и GT1, и Вентури. Остальные приятели, ну, Листер мы видели, он уже на круг отстал. А что у нас шестое, я, честно сказать, не знаю. Не успел я тогда на старте разглядеть. Ага, вот у нас GT1 застрял за Листером. Это наш шанс по-быстренькому его обойти. Но это GT1 не тот, с которым мы боролись, не лидирующий. Этот, получается, идет третьим. Впереди него еще Вентури. Я, кстати, очень довольно-таки удивлен, что Вентури впереди GT1. То есть она, конечно, тоже очень быстрая, но GT1 все-таки, по идее-то, шустрее. Ну хотя, тут, опять же, тут разные GT1 это. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот, блин, конечно, эпизод нехороший такой получился. Да, еще и Листер обратно обошел. Это нам не на руку совершенно, уже 12,5 секунд, это время получается от лидера, от лидирующего GT1. И уже почти 13 секунд, надо обходить тебя, парень. Так, ну и естественно выходить за спину лидирующему GT1, потому что... Я, как я и сказал, у нас есть, ну, не знаю, кругов, может быть, 5-6, может, 7, до того момента, когда резина подпросядет и уже не позволит намного ехать, ну, не намного, намного-то тут быстрее и не получается ехать, ну, по крайней мере, ощутимо ехать быстрее, чем GT1. Вот, чуть-чуть отыграли у лидера. Для этого надо проходить, конечно, еще эти вот буферы между нами. Это вот GT1. Они как напарники, в общем, играют. Один тут оттормаживает меня, а другой в это время отрывается благополучно. Ну, получается, вот этот вот GT1, он все-таки немного медленнее, чем его напарник. Потому что предыдущий гонки, по-моему, он тоже все-таки был позади своего напарничка. Ну и здесь он, может, конечно, он там позади Вентури застрял надолго, и вот его еще Листер оттормаживал, но тем не менее, то есть сейчас он даже и не позади непосредственно Вентури. Сейчас он отпустил ее,
может особо приблизиться. Разочаровываете, ребята. Я тут такие дифирамбы в адрес ГТВА напел. А вы тут... Так, ладно, нахваливать их тоже особо не стоит. И подгонять. То есть с ними-то я, собственно говоря, и борюсь за победу. Тут вот сейчас навоодушевляю их. Как лупанут оба. Чуть дубль сделаю. Не хотелось бы. Так, 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 парнишка. В этом повороте, кстати, я заметил, они довольно медленно едут. Так, ну вот, вроде бы один удалось пройти. Так, чуть-чуть отыгрываем уже 10 секунд от лидера. Следующая у нас Вентури на очереди. Ну вот, судя по всему, и будем бороться вот с этой троицей, потому что я рассчитывал, что Вентури все-таки отколется от этой группы, но она не только не откололась, но еще идет и в середине. Поэтому у нас аж целых три соперника. Вот, кстати, морда у Альфы довольно такая интересная, с такими многоступенчатая такая. Куча подбородков у нее. Такой видон, конечно, интересный. Аж 4 глушителя сзади. Такой, сзади она вообще на какой-то дрэкстер похожа. С этими своими огромными выхлопными трубами, загнутыми еще и вверх, к тому же. В шестой части она выглядит, в общем-то, так же, да. Единственное, у нее немножко выхлопные трубы по-другому сделаны, не так, как здесь. Не настолько гигантские. А так, в принципе, она выглядит абсолютно так же, но с поправкой на большее количество, естественно, полигонов. Хотя, как говорится, ну, все, наверное, знают, что в шестой части есть премиум-машины и стандартные. Вот она является стандартной все-таки, не премиумной. То есть вида из кабины у нее нету, и выглядит она далеко не так круто, как могла бы выглядеть, если была бы премиум тачкой. Вот такие дела. Так, тем временем вот мы достали и Вентури, в общем-то. Сейчас надо постараться ее побыстрее обогнать, чем GT1. И вот там очередной, по-моему, круговой. Это не Листер. Сейчас вот узнаем, что же нам такое противостоит. Листер уже позади, значит, это где-то на пятом месте, получается, идет. То есть, в принципе, да, вот я говорю, у нас здесь три соперника полноценных. Остальные же абсолютно другой весовой категории. Ох, чуть-чуть не закрутило. Ну ладно, самое главное, что удалось обойти ее. Такое впечатление, что вообще что-то едет такое, не в гоночной модификации, вообще не пойму, что это такое. Ой, да ладно, это Ягуар, что ли, J220? А чё же он не... Как он вообще сюда попал, не в гоночной конфигурации? Парень, ты как здесь оказался? Ладно, давай, пропускай меня, ты вообще-то круговой. Здесь, кстати, вот, ну, в первых частях Гран-туризма на круг машины тебя не пропускают абсолютно никак. Бодаются до последнего, обгоняют, перекрещивают. Вот смотрите, что творит. Мудозвон. Это в пятой-шестой частях. Это, блин, сейчас и Вентури еще сейчас обгонят обратно, на прямой еще к тому же. Этого очень не хочется. Блин. В общем, в пятой-шестой частях это пофиксили, и там они хотя бы в сторонку уходят, когда ты их догоняешь. В принципе, если ехать им, не сворачивая прямо взад круговым, то он ну, почти всегда он, в общем, сворачивает с траектории и уступает дорогу.
Здесь же этого мы не наблюдаем. Так, сейчас тут засечка будет, надо глянуть, сколько у нас отрыв от Гатывана. Догоняем. Да, продолжаем догонять, уже вышли с 7 секунд отставания. Это хорошо, пока что резина в хорошем состоянии, позволяет наращивать темп. Ну, кстати, насчет темпа, вот, по-моему, вот этот круг 1.19.0 мы поставили на первых там самых кругах, и вот уже второй комплект резины подходит, ну, так скажем, к середине жизни, по крайней мере к третьей своей, и что-то как-то круг не удается улучшить. Ну ладно, здесь самое главное, в принципе, что мы продолжаем догонять. Правда, за этот круг вот что-то как-то отыграться не удалось. Практически. Ну вот когда вы еще помните, чтоб на 30-м круге после одинакового количества пит-стопов мы не лидировали. Такого еще ни разу не было. Конечно, с этой точки зрения, как я уже сказал, гонка очень интересная, напряженная. Я сам сижу, у меня скоро пальцы начнут сводить. Кстати, сейчас, пока догоняем GT1, есть время чуть-чуть поговорить о Формуле 1. Я вот сейчас записываю серию буквально сразу же после окончания второй пятничной тренировки Гран-при России в Сочи. И я очень хотел посмотреть на трассу в дождевых условиях, и моя мечта сбылась. Вторая тренировка была дождевой, над Сочи пролился, ну, не ливень, но, в общем, шел довольно-таки сильный дождь. Вот. Вообще надеюсь, что вы смотрели тоже, конечно. Я вам всячески рекламировал наш этап и сказал, что вот полностью весь уикенд будут показывать. И действительно, все показывают с комментариями Попова, Фабричного, все как полагается. Ну и, в общем, конечно, с такой точки зрения, ну, интриги какой-то или интереса, ничего особого из этого не представляла вся вторая практика. Потому что за полтора часа тренировок на трассу выехало, ну, даже не все пилоты выезжали, а уж время показало всего, по-моему, 7 человек. Но, тем не менее, все равно было интересно посмотреть, как они вот под дождем, этот шлейф, брызг. Довольно красивое зрелище. Ну и плюс сама трасса, конечно, антураж великолепный, красивейший. И, ну, я считаю, что наша трасса, если не брать саму конфигурацию трассы, а вот именно виды вокруг трассы и вообще виды Сочи, моря, вот этого вот гор на заднем плане, ну, это наикрасивейшая вообще вокруг трассы, наикрасивейший антураж. Даже, в общем-то, Абу-Даби проигрывает с этой точки зрения. Вот, и, собственно говоря, ну, в этих условиях, о временах говорить особо тут бессмысленно. То есть лучшие круги где-то у нас в районе 1.40. В прошлом году на тренировках были, сейчас, естественно, никто даже из 2 минут не вышел. Вот, во второй практике показал лучшее время. Так, кто же там? Масса был лучший, он ровно 2 минуты у него время было. Вот, поэтому из 7, опять же, напомню, гонщиков, поэтому ничего особенного в этой связи.
Первая тренировка вообще была интересная. Я включил трансляцию, а вместо нее там какая-то передача шла, какие-то автопроисшествия. Я злился, думаю, да что ж такое. В общем, полчаса тренировки прошло, а все показывали эти чертовые дорожные происшествия, какие-то происшествия на... В общем, на Ютубе взяли видосы с регистраторов и озвучили их, и вот показывали на канале, собственно говоря, Россия 2. Вот, оказалось потом, когда трансляция все-таки началась, что вот произошло такое происшествие у нас на трассе. Авария произошла. Но, слава богу, авария не с пилотами, не с машинами именно, не с Формулы-1, а просто, в общем, прорвало где-то то ли какую-то систему, не знаю, топливную, может, где-то какие-то контейнеры, цистерны под трассы закопаны, то ли, может, бензовоз там стоял, с него протекло. В общем, залило трассу прилично так топливом, дизель пролился, и залило это дело, причем, по-моему, в нескольких даже точках, то есть несколько поворотов. Пришлось сначала организаторам, ну, маршалам, засыпать трассу, ну, каким-то порошком, типа вот что-то, талька там, что-то такого, ну, в общем, какой-то пудрой такой, поглощающий топливо. Потом приехали пожарные, все это дело долго смывали бронзбойтами, и, в общем, оказалось, что хоть погода была и не дождливой, но вот где-то 3-4 поворота оказались абсолютно залитыми водой, естественно. Благодаря этому, ну и в общем, первая тренировка тоже, ну, где-то добрых 2/3, наверное, особо на трассу никто не выезжал, а если и выезжали, то время не торопились показывать, то есть делали один круг и возвращались в бокс пилоты. Но где-то на последней трети, где-то за там 30-40 минут последней, все-таки там на трассе случился целый бум. Все-таки подсушили эти повороты. И вот уже в конце первой тренировки, там под конец ее, вот опять этот Листер Шторм, зараза, попался тут под руку. Вот тем временем ГТВАН мы все-таки потихонечку достаем, но не так быстро, как я это рассчитывал. И в общем, затягивается это все дело, и скорее всего сейчас, ну, в общем, придется нам его, если можно так выразиться, не досидеть. То есть в прошлый раз он у нас заехал одновременно с нами на 21 круге. И на 21 круге у нас уже резина подсела. Вот сейчас надо будет заехать чуть-чуть пораньше буквально, на парочку кругов. И на свежей резине, в общем, пока он будет свои там выезжать вот в свой ресурс. То есть, судя по этой логике, он заедет где-то на 42-м круге. Вот если нам заехать на 40-м, вот два круга у нас будет времени, чтобы на свежей резине, в то время как он будет уже на убитой, отыграть вот как раз-таки этот гандикап. Плюс, если мы сильно не будем затягивать, резина у нас настолько сильно не умрет, и так сильно перед пит-стопом мы от него не отстанем. То есть сейчас задача максимально близко к нему подобраться и следовать вплотную. Ну, в общем, обгонять, думаю, да и тут, я думаю, шанса и не будет на самом деле. Но если появится, конечно, шанс, вдруг он все-таки ошибется еще, конечно, обгоним. Но так, самое главное сейчас держаться к нему поближе, вот я говорю, и, в общем, попробуем его обмануть за счет пит-стопов. Используем тактику раннего пит-стопа и надеюсь, что после того, как он потом заедет на 42-м, мы окажемся, в общем, впереди него. Вот я вам рассказал о такой хитрости, которую я хочу применить. Вот сейчас пока, раз мы можем ехать, в общем-то, в его темпе, вот, блин, впечатление, что резина заблокировалась, машина отказывалась тормозить, вписываться в поворот.
Вот, так, так как мы можем пока следовать в его ритме, будем это делать. Слишком рано тоже заезжать не стоит. Поэтому, потому что, я говорю, здесь есть опасность того, что он, мы, допустим, остановимся слишком рано, а он возьмет, да еще и подзатянет свой пит-стоп, и есть риск того, что он вообще совершит на один пит-стоп меньше, а это будет очень и очень плохо, потому что скорость у нас практически одинаковая. И целый пит-стоп у меня по отношению к нему отыграть вряд ли получится. Вот. Так, ну и, в общем, вернемся к Формуле 1 пока. Преследуем GT1. В общем, пока что пятница получилась довольно скомканной. Непонятно расклад сил абсолютно. То есть, в первой тренировке, да, они там приблизились, в общем-то, к временам прошлогодним. Но все равно показал лучшее время Хюлькенберг. На 2 секунды хуже, чем было в прошлом году. При том, что сейчас асфальт гораздо более прикатанный, чем это было в прошлом году, когда асфальт был абсолютно новый, еще выделял там смолы, продолжал. Ну, в общем, не удалось им за первую тренировку высушить асфальт абсолютно, да плюс, я говорю, начал дождик немножко накрапывать, да еще и в конце там был реально, ну, столпотворение, то есть все бросились на трассу, последние там 10 минут там продохнуть негде было, то есть практически как в полноценной гонке. То есть все были на трассе, все пытались хоть какое-то время показать, хоть какие-то, ну, данные, в общем, с трассы получить. Поэтому пятница не выявила особо расстановку сил. Непонятно, где лидеры, где, допустим, Red Bull'ы, потому что Риккиардо был 6-м, Макляр 16-м. Хотя между ними было не так много. Ну, все это, я говорю, из-за суматохи, которая была на трассе. Хотя концовка была интересная, конечно. Ну, дальше говорят, уикенд будет сухой. И вот завтра будет третья тренировка. Уже всего часовая. Там уже будут пилоты готовиться к квалификации. Ну, правда, они и гонки не особо подготовились. Поэтому, думаю, как-то там разобьют, наверное, программу свою. Программу подготовки, и вечером в субботу будет квалификация. Так что, опять же таки, призываю вас смотреть обязательно. Пусть вы, может, не смотрели тренировки, там вам кажется, что это не так интересно, но квалификацию надо посмотреть, это уже официальные заезды. От этого будет зависеть, собственно говоря, с каких мест кто будет стартовать в воскресенье. У нас уже тут есть штрафы по итогам пятницы. Совершенно точно, что Алонсо не поднимется выше последнего ряда. Так, давайте заедем. Вот 40-й круг, кстати говоря. И вот постараемся в жизнь вот этот вот план наш с вами предварить. Так, ну и вот мы опять же третьи. На пит-стопе нас обошли. Не удается сделать отрыв все-таки даже от идущих следом за нами. И вот, ну единственное, что сейчас позади вот вроде бы как раз Вентури все-таки осталось. То есть за вот этот вот, вот отрезок Гатыванчик тот все-таки вышел на... Ну, сейчас на второе место, тогда он был третьим. Хорошо. Да, точно, Вентури позади. Так, ну и вот, что мы имеем. 24 секунды. Много, конечно, много, но это... Вы не забывайте, что он-то еще не останавливался. Вот сейчас самое время сжать просто на всю железку и отыгрывать у него время. То есть сейчас нам надо... У нас во время пит-стопа где-то было секунды 4, по-моему, от него отрыв. Вот надо 4, хотя бы 4, но лучше, конечно, больше отыграть. У нас есть 2 круга до его пит-стопа. До пит-стопа GT1. Вот на пит-стоп сейчас заехал GT1. Так, но это не тот, который лидировал, это тот, который шел у нас вторым.
Сейчас вот мы непосредственно вышли за спину нашего соперника на трассе. И вот надо нажимать и отыгрывать. Вот, собственно, сейчас я вам наглядно демонстрирую тактику, которая, собственно говоря, есть и в реальных гонках абсолютно. Формуле 1 ее используют часто, то есть остановиться раньше соперника, если не можешь обогнать его на трассе, и за счет более раннего пит-стопа на свежей резине показать сразу высокий темп, несколько лучших кругов, и после соответствующего пит-стопа соперника оказаться впереди него. Смотрите, 19,5 секунд, это мы уже у него отыграли около 5 секунд, очень хорошо. Так, вот, заезжает наш соперник, и да, вот он уже тронулся, но все-таки мы его обходим. Отлично, отлично, план сработал, вот видите, как работает эта тактика. Сейчас главное не ошибиться теперь. Отлично, теперь этот Гетван у нас позади. Замечательно. И... в общем... и в целом план сработал, теперь надо не оплошать и, в общем, постараться еще оторваться, вот пока резина в идеальном пока еще состоянии. Пока она позволяет вот ехать из 1.20, 1.20, 1.19, в общем, в этом пределе, это хорошо. Это значит, что мы отрываемся. То есть, видимо, GT1, он где-то едет в пределах 1.21, может быть, 1.21.1. На свежей резине где-то так. Так, ну вот, отлично. И можно сейчас снова немножечко опять о Формуле 1 поговорить. Временем, кстати, этот круг какой-то косячный получился, 1.23 всего. На радостях, да, видимо. Вот. Ну и я говорил об Алонсо, то, что он получил штраф, да, штраф за смену мотора. Получил 25 позиций. И, в общем, ну, даже если бы он взял пол, он все равно оказался бы последним. Естественно, этого не произойдет. Даже в мечтах. Вот. Единственное, что он, может быть, будет не последним стартовать, а предпоследним, потому что Роберто Мэри тоже получил, схлопотал такой же штраф, тоже за смену силовой установки. И кого из них там поставят на последнее место, толком непонятно, но явно, что это будет последний ряд стартового поля. Может быть, еще кто-то получит штраф, и тогда Алонсо переместится чуть выше. Но пока вот так вот. Так, вот, тем временем вернулись мы в нашу вилку 1.19.1.20. Это хорошо. Так, судя по карте, по карте трассы, немножечко мы отрываемся. Там они, судя по всему, еще у них завязалась борьба между собой, очень плотно они там едут. С Вентури, наверное, она нас плотно преследовала. Вот. Так что Вентури держится. Молодец. С такими мастодонтами, как GT1 соперничает. Вот. Ну и что еще? Самое главное, это у нас Red Bull. Что-то на Гран-при в Сочи поползли слухи. Официально пока еще не объявлено, но очень упорно ходят слухи, что Red Bull-овцам отказала и Ferrari. Я вам уже говорил, что Red Bull очень хотел перейти в этом году на моторы Mercedes. Mercedes им отказал, дабы, ну, в принципе, это логично. Не хотят они сами себе выращивать суперконкурента. Поэтому они им отказали, и Red Bull-овцы принялись вести переговоры, в общем, с Ferrari. И, судя по всему, Ferrari тоже не дурачки. И, собственно говоря, ответ у них последовал тот же. Единственное, они сказали, что могут обеспечивать Торо Россо двигателями, но вот Red Bull нет, не будут. С
естественно, понимаю, что при хорошем двигателе и отличном шасси, которое они всегда строят, это, конечно, конкурент сразу, ну, практически, ну, если не непобедимый, но на равных уж точно они будут тогда сражаться. Вот. Поэтому феррористы им отказали, и Red Bull, в общем-то, на грани того, чтобы покинуть Формулу-1, если им не удастся найти движок. Ну, в общем, на Хонду, понятное дело, они переходить не хотят, что Honda и с Макларен-то разобраться не может, и, в общем, видно по выступлениям Макларена в этом году, ну, в общем, видно Red Bull-овцам, какими они могут быть в следующем году, если перейдут на Хонду. Вот. А других, собственно говоря, производителей моторов-то и нет сейчас в Формуле 1. С Рено они разругались, причем в пух и прах, судя по всему. И, по идее, ну, вариантом для них было бы все-таки, контракт-то у них был на 2016 год еще с Рено, но они сами всячески, в общем, этот контракт, ну, саботировали, что ли, и не просто критиковали Рено, а сделали все, чтобы разорвать этот контракт. Реношников, в принципе, в этой связи, естественно, понять тоже можно. Я здесь Red Bull, если честно, вообще не понимаю их политику. Как можно было, не договорившись о поставках двигателей с каким-то другим поставщиком, разрывать хлам отношения с текущим своим поставщиком, да еще с тем, с которым у вас есть действующий контракт. Ну, в общем, конечно, неизвестно всех там подводных камней, чего там еще было, но так вот, судя по той информации, которая есть, ну, если честно, глупо они поступили. И сейчас бы им, конечно, как-то задобрить Рено, но неизвестно, будет ли Рено идти тоже на попятную, потому что вот эти все, ну, весь год, собственно, они грязью поливали двигателистов Рено, и сейчас вот им, ну, в общем, как продолжать сотрудничество с командой, с которой явно отношения пошли под откос, непонятно. Там вроде бы ввязался Берни Эклстоун во всю эту катавасию, и вот в Сочи, по-моему, они там провели переговоры, был там Кристиан Хорнер, ну, начальник, в общем, Red Bull, и Берни Эклстоун, и там Тотто Вольф был замечен. Может быть, Берни Эклстоун все-таки пытается уговорить мерседесовцев поставлять двигатели Red Bull, ну, потому что понятно, что если Red Bull не найдет двигателиста, то с одной командой, там, Торо Россо, он выступать не будет, и тогда мы лишимся сразу двух команд, при том, что в следующем году одна у нас команда придет новая. Были надежды, что, в общем, наконец-то станет 22 машины на старте, но, в общем, все идет к тому, ну, по крайней мере, пока, что мы еще и не досчитаемся, получается, одной командой, при том, что будет одна новая. Это, конечно, плохо. О, смотрите, почти удалось повторить луч круг. 1.19 ровно. Ну, пока, в общем-то, неплохо идем. Мне, кстати, не нравится, вот, если говорить о счетчике, о таймере, да, мне нравится то, что когда едешь позади, то отрыв показывают от лидера, а вот как только выходишь в лидеры сам, то все, таймер отказывается считать твой отрыв от позади идущих. Это, конечно, плохо. Не знаю, с чем это связано. Я не думаю, что это какие-то технические ограничения этому были. Что-то особенного, никаких сложностей, по-моему, в просчете отставания нету. То же самое, что и в просчете, ну, твоего отставания от лидера, то же самое абсолютно. Тайминги есть у всех, и, ну, в общем, скорее всего, это просто какая-то такая недоработка
разработчиков, в общем. Вот, так что заканчиваем с Формулой 1. Конечно, печально пока все то, что происходит с Red Bull. Естественно, в этой связи неизвестна дальнейшая судьба Дани Квята. Сам он, в общем, ну, ему задают вопросы по части того, что там внутри Red Bull. Естественно, он ничего особо не знает. Это все терки на самом высшем уровне между руководителями. Естественно, что пилотов посвящают в это в самую последнюю очередь. То есть, когда уже договоренность будет некая достигнута или не достигнута, не дай бог, только тогда, наверное, пилоты узнают. Ну, раньше, конечно, чем мы, но не намного, я думаю. Поэтому глупо сейчас чего-то требовать от Дани. Просто обидно будет, если действительно Red Bull уйдет и Даня останется без места. В принципе, уже во многих командах контракты подписаны на будущий год, и места остается не так много. Ну ладно, будем, как говорится, посмотреть, что там у нас будет твориться в этой связи дальше. Да, я также говорил, что концерн Volkswagen, в общем, возобновил интерес к Формуле 1. Да, это действительно так. И про Audi я говорил, что вот он собирается, если что, дебютировать, то он под брендом Audi. Но опять же, это произойдет только не раньше 2017 года, а то и позже. Вот, поэтому для Red Bull это тоже не вариант. То есть все равно и на 16, там 17 годы надо кого-то искать, какого-то поставщика. Опять же, я говорю, очень логично было бы остаться на моторах Renault. Ну, что ж теперь. Да, они немножко проигрывают конкурентам, но всякое бывает. Не всегда же выигрывать. Значит, в общем, двигателисты Renault справедливо говорят, что мы с вами последние 4 сезона доминировали, выигрывали все подряд, выиграли 4 титула. Стоило нам только немножечко, чуть-чуть тут подпросесть, и все, вы уже настолько критично к нам относитесь, что чуть ли не врагами стали последними. Конечно, несправедливо получается. То есть, по сути, когда команда выигрывала все подряд и клепала свой титул за титулом, о Рено практически никто не говорил. То есть все говорили о Red Bull, говорили о Феттеле, говорили об Эдриане Ньюи, об его гении, безусловно. Это все, естественно, так, но, ребята, не будь у вас этих моторов, вы тоже не выиграли. То есть, стороной как-то слава обходила Рено, а как только появились какие-то проблемы, все, тут же Рено стало плохим, и сейчас, естественно, это и на имидже компании отрицательно сказывается. В общем, тут, да что такое, блин, в скоростном повороте ударился о внешнюю стенку, прям потеряла машина абсолютно управляемость. Нельзя вот такие ошибки допускать. Идем мы неплохо, создали себе отрыв, ну, по крайней мере, так, судя по карте, там секунд 7-8 у нас есть. Но нельзя это недооценивать и ошибаться. Вот. Насчет двигателей, я помню, такая же похожая ситуация была у нас где-то вот в конце 90-х годов. Как раз тогда на двигателях Renault все подряд выигрывал Williams. Где-то вот... ну, может, не самый конец 90-х, но в 90-х годах. И тогда тоже, когда выигрывал Williams, все говорили, опять же, о Жаке Вильнёве, говорили о Дэймоне Хилле, говорили о шасси Вильямсах. Как раз тогда, опять же, таки Адриан Ньюи тот же самый там был, говорили о нем, об его гении. Но о двигателях Renault практически никто ничего не говорил. Как только двигателистам чуть-чуть что-то там просело у них, так же само,
все, полились буквально бочки дерьма на них, и, собственно говоря, это привело к тому, что в 97 году концерн Рено резко снизил свое, во-первых, финансирование формульной программы и вообще объявил об уходе. И с 98 года, в общем-то, Вильямс выступали уже, да, они продолжали выступать, собственно говоря, на тех же двигателях, но это уже были не заводские двигатели Рено. Ну и те, кто в теме, те, в общем, помнят, чем это все закончилось для Вильямса. Резкое падение результатов тоже. Вот, так что Винохам действительно не позавидуешь в этой ситуации. Мне действительно их жалко. Вот, и... Но, с другой точки зрения, в принципе, они все равно будут в Формуле 1, так или иначе, даже если от них откажется Red Bull. Они выкупают у нас Lotus. То есть Lotus, вот, пробыв заводской командой буквально тут, сколько у нас, 12, 13, 14, 15, 4 года, да, пробыв заводской командой, точнее, не заводской, а просто командой Lotus, под именитым брендом, возвращается, собственно, под крыло компании Renault, и с следующего года это снова все станет заводской командой Renault. И, в общем, ну, у Renault будет своя команда. Вот Lotus всего лишь год на Мерседесах проездил. В прошлом году они тоже от двигателей Renault отказались, но в этом вот, точнее, в следующем снова вернутся и, более того, станут полностью заводской командой. Будем, как говорится, тоже посмотреть, что из этого выйдет. Так, ладно, ну, новости Формулы 1 обсудили, вроде бы пока больше ничего особо интересного там не происходит. В общем, смотрите завтра, по крайней мере, квалификацию. Так, на трассе у нас вот резина начала немножечко подпроседать уже, ну, в принципе, у нас уже пит-стоп скоро, нам предстоит третий пит-стоп, и приближается к нам соперник, не знаю, кто это, то ли Гатеван, то ли Вентури. И самое главное, это его не подпустить слишком быстро. Но сейчас у нас будет такая же самая ситуация, то есть на 60-м круге, надеюсь, я дотяну и остановлюсь на 60-м круге, а соперник же наш поедет еще один круг дополнительный, поэтому, а то и два даже, да. Ну, в общем, не знаю, если он действительно по 21-му кругу едет, по идее, так оно и есть, то даже не 2, а 3 у нас круга будет в запасе. И, ну, в общем, благодаря этому мы опять оторвемся. Хотя вот я говорю, что когда резина подпроседает в эффективности, он начинает ехать быстрее. И вот почти нас догнал, тут осталось, я думаю, всего секунды 2-2,5 от него. Надеюсь, что, по крайней мере, вперед мы его не выпустим. Главное сейчас безошибочно ехать. Да, потихонечку он подбирается. Вот чуть-чуть на этом круге удалось чуть-чуть взвинтить, но все равно едет он быстрее нас. Подбирается. GT1 это все-таки позади. Да, машина уже очень нехотя ввинчивается в повороты.
морда едет мимо. Очень ощутимо. Ну, нам осталось последний круг. Вот резина уже почти сдохла. Если выражаться гоночным жаргоном. И вот, кстати, видите, даже несмотря на то, что я крутящий момент чуть-чуть убрал с переднего моста, то есть передний мост все равно быстрее сжирает резину. Но если бы я этого не сделал, эта разница была бы еще более ощутима, и 20 кругов вряд ли я бы мог на ней ехать. Она бы еще тогда на пару-тройку кругов бы раньше умирала бы. Так, ну вот, последняя, в общем-то, прямая, задняя, и все, заезжаем на пит-стоп. Удалось нам не выпустить GT1 вперед. Конечно, он догнал нас практически вплотную, и все, заезжаем на пит-стоп. Да, останавливаться он не стал, выходит он вперед, но сейчас у нас, по идее, аж три круга должно быть, и, ну, в общем, тактика сработала, да плюс мы сейчас впереди него были, а не позади, как это было перед предыдущим пит-стопом. Так, снова мы третьи, после прошлого пит-стопа, помнится, выехали на трассу четвертыми, сейчас вот. А, нет, вру, также третий, не позади нас была Вентури, да? Так, ну и вот. Наш звездный час. Сейчас опять же надо выжимать все соки из резины, из машины, из пилотажа. И сейчас вот 21, тогда, помню, было 24,5 секунды. Соответственно, плюс 3 еще будет где-то. Ну, опять же, надо не ошибиться. Вот, и на всех парах мчать сейчас до пит-стопа GT1. Выжимать по полной. Так, ух ты, чуть было на пит-стоп не зарулил. Так, на этом круге никто не поехал на питлейн. Ай-яй-яй. Так, давайте я, наверное, помолчу на этом круге. Послушайте рев двигателя. Так, вот на пит-стоп отправился у нас GT1. Но это опять же GT1, который шел вторым. Это не лидер. Лидера же мы преследуем, обгоняя вот Jaguar уже на второй круг. Мне вот опять же интересно, попался он тут на глаза. Продолжает сражаться, зараза. Почему он в... Ну, не гоночный здесь, очень странно. Одна единственная машина. И хотя у нас Jaguar присутствовал, этот же самый, но в гоночной конфигурации на предыдущей гонке. Почему он здесь такой, не ясно.
И, кстати, скорее всего, даже вот будучи вот таким вот непрокачанным до конца, он, по-моему, все равно едет на последний. Все-таки Листер, по-моему, позади него. Так, вот, да, 63-й круг на исходе, и заезжает GT1 на пит-стоп. И мы выходим снова в лидеры. Это хорошо, сейчас тем более ему еще предстоит на круг Ягуар обгонять. А у них с этим иногда возникают сложности. У ботов, я имею в виду. Так, я себе тут... Сейчас. Я себе тут на листочек выписал вопросы, ну, в общем, которые были в предыдущих сериях, комментариях. И тоже Виктор Шилов тут просил обсудить какие-то современные автосимуляторы, чуть не сказал авиа. Но проблема в том, Виктор, что современные симуляторы, вот помимо Гран-туризма 6, 5 вот и 6, я-то, собственно говоря, особой возможности нет у меня в них играть. То есть на компьютере у меня нету ни Project Cars, ни Assetto Corsa. Xbox One у меня тоже нету, PlayStation 4 тоже, то есть из современных, собственно говоря, консолей, приставок у меня нет ничего, поэтому на компьютере тоже у меня, как бы, ну, покупать эти автосимы у меня возможности нету, поэтому я могу судить чисто о, ну, скажем так, визуальной такой их составляющей чисто, и по каким-то, может, отзывам остальных людей. Вот. Об управляемости я, естественно, говорить ничего не могу, потому что это будет, ну, опять же, не на чем мне строить свое мнение. Я в них не ездил. Единственное, во что я из более-менее современного, но, опять же, это в кавычки берем современного, потому что Forza Motorsport 4 никак не назовешь уже, конечно, современной, но это хоть как-то более или менее сравнимо, например, с той же там Gran Turismo, ну, хотя бы пятой. Вот. Это эксклюзив, как вы знаете, для Xbox 360-го. По-моему, четвертая часть на боксе 360-м вышла. Опять же таки, поправьте меня, то есть я играл настолько давно и не так уж много, что вот видите, даже не помню толком уже в какую часть я играл, то ли в третью, то ли в четвертую, вот, честно сказать, не помню. Наверное, это даже была третья часть, потому что пятая вышла на Xbox One, соответственно, четвертая была для 360-го и третья тоже, наверное. Вот я, наверное, играл в третью часть. Вот. Если сравнивать, например, с Gran Turismo, то, естественно, управление там гораздо более аркадное. По крайней мере, вот это я говорю про ту часть, которую я играл. Вот. Да, это третья. Про третью часть. Поэтому, ну, с симуляторной такой точки зрения, она ближе, в общем-то, к Need for Speed, конечно, нежели чему-то серьезному. Вот это не, я не говорю, что это плохо, то есть мне, в общем-то, даже понравилось в нее играть. Мне понравилось там то, что там есть возможность очень детально раскрашивать машины. Мне эта возможность вообще нравится в автосимах. Если честно, я бы очень хотел этого и в Gran Turismo, ну, например, 7, да, так как они в 6 части так и не как-то не довели до ума вот кастомизацию машин, настройку именно визуальную. Ну, надеюсь, может, в 7 части появится. То есть в 3 Forza там вообще можно, то есть абсолютно раскрасить как угодно машину.
налепить туда наклеек каким-то, ну, каких-то там спонсоров, и как бы вот эту вот настройку сохранить, и на дальнейшие все машины, которые у вас будут в вашей карьере, вот применять именно вашу вот эту вот раскраску вашего гоночного болида. Соответственно, он будет у вас узнаваем. Ну и в онлайне тоже, как бы, это будет индивидуальная ваша раскраска. Очень интересно, очень мне нравится вот именно эта возможность. Плюс довольно она с визуальной точки зрения, вот антуража трассы мне очень понравилось. То есть, если говорить о Гран-Туризмо, там победнее, так скажем, окружение вокруг трасс. В Форде же, во-первых, оно как-то там и поярче, может, не так натуралистично как бы смотрится, да? То есть там какие-то шарики, какие-то, ну, в общем, рекламные растяжки вот в воздухе, да, они так там на ветру колышутся. Может, этого в реальных гонках сейчас и нету, но смотрится действительно приятно и как-то так разнообразивает картинку на экране. Мне понравилось, если честно. Если бы у меня был Xbox, я бы себе, естественно, обязательно купил бы Forza. Игрался бы в нее с удовольствием. Насчет дальнейших частей, не знаю. Может быть, там она по хардкорней стала. Управление, имею в виду, именно физика сама. Ну, судя по отзывам, если честно, не думаю. Хотя, опять же, это не мое личное мнение. Не играл, говорить не могу на этот счет. Вот. Кстати, раскраска, по-моему, вот такая абсолютно детальная была и в Need for Speed'ах. Вот тех еще, там, карбон, по-моему, там вообще можно было каждую деталь, да, обвеса регулировать, там, вплоть до миллиметров. Тоже прикольно. Этим не заставлял никто заниматься, но вот тем, кому нравится, могли часами сидеть, вот, просто там вымерять, не знаю, там, ширину спойлера, да, переднего, относительно там передних колес. Ну, в общем, мне нравится всякими вот такими мелочами заниматься, мне это всегда было по душе. Вот. Если говорить о более современных играх, таких как Project Cars, ну, на мой взгляд, наверное, это сейчас оптимальный вариант. Вот пока не вышла седьмая Гран-Туризмо. То есть, во-первых, это мультиплатформенная гонка, да, то есть она есть везде. Ну, на, по крайней мере, на всех современных приставках и на компьютере. Поэтому она, как бы так скажем, наибольший интерес вызывает. Assetto Corsa, скорее всего, она более хардкорна, нежели Project Cars. Там более такой строгий дизайн. То есть видно, что это именно, ну вот, кровь от крови автосимулятор. Там нету вообще ничего лишнего. Там, по-моему, нету вот этой вот попсовой там какой-то, ну, раскраски ты там не можешь выбирать. Там даны машины, и вот ты можешь в техническом плане там копошиться внутри, настраивать, но ничего такого больше нет. Машин там, по-моему, не так много вот с этого курса. Опять же, я говорю, я сейчас говорю об этих играх только, ну, в общем, я в них не играл, поэтому на основе только вот каких-то своих впечатлений, вот обзоров там на YouTube, да, каких-то обзорщиков, летсплейщиков и тех, кто проходил эти игры. Хотя прохождение не смотрел тоже, только обзоры. Project Cars, также графика, наверное, на данный момент самая крутая, причем, по-моему, на всех платформах. Она не особо отличается, по-моему, что в ПК, что приставки. Ну, есть какие-то очень мелкие отличия, но там, может, на ПК дальность прорисовки там больше, ПКшники там, естественно, будут кричать, что это гораздо круче и все такое. Но на самом деле отличий, по-моему, мизер. Вот, поэтому по графике, по-моему, самая крутая на данный момент Project Cars. Опять же, там пиарят вот эту вот
помните ролики там с водичкой на корпусах машин, там лужи эти реалистичные. Вот. Хотя вот последняя Forza вышла, шестая, да, получается уже. Она тоже достаточно красивая гонка. Но опять же, это эксклюзив для бокса, поэтому доступно только Xbox'ерам. Что там у нас еще есть? Drive Club, ну это эксклюзив теперь в обратную сторону для Sony, для PS4. Ну, конечно, игра подпортила себе впечатление очень сильно тем, что в каком виде она вышла изначально, да и то, что ее там целый год задержали. В общем, сейчас вроде как ее там допиливают с патчами, до сих пор поддерживают, дополнения к ней выпускают, машины недавно, ну как недавно, весной, по-моему, прикрутили к ней погодные условия. Тоже, конечно, она очень красивая, но она, это чисто аркада, естественно. Вот. Хотя ее сравнивают и с Forza, и, собственно, вот по этому сравнению уже можно говорить, что, собственно, Forza-то это неполноценный автосим. То есть раз Drive Club как-то сравнивают с Forza, значит, они из одного жанра, из одной, так скажем, весовой категории. Поэтому, ну, это не автосимуляторы. Это гонки классные, может быть, конечно же, но это по большей части аркады, хотя картинка в том же Drive Club тоже, ну что там говорить, Next Gen. Сейчас на Next Gen везде картинка классная и тоже там яркая такая, есть там смена дня и ночи, освещение и погодные условия. Машин там, правда, немного вроде бы. Вот. Поэтому, ну это вот, наверное, такой минус. По части машин сейчас король всех кладет на лопатки, это, конечно, Forza 6. Там очень много машин, и все они, естественно, уже, ну, на новом движке. Разработчики Tonten Studios, по-моему, разрабатывают Forza. Они, так как Polyphony, ну, в общем, не заигрывают вот с этим количеством машин. На мой взгляд, это им плюс только, не переносят все эти из серии в серию вот эти вот машины, а делают столько, сколько могут, собственно говоря, осилить вот на новом движке машин, столько они делают. Сейчас там их 450, по-моему, машин, это очень много. Конечно, это меньше, чем даже вот в этой вот второй части Gran Turismo, в которую мы сейчас с вами играем, но вы только посудите сами. Вот сейчас мы с вами практически уже заканчиваем прохождение второй части, да, нам по сути осталось там, там две гонки, да, доехать эту до конца и еще две полноценные. А у нас в гараже с вами, ну я точно не знаю, не считал, но я думаю, машин 50 всего. Вот. Ладно, можно сделать скидку на то, что там мы с вами не проходили заводские чемпионаты эти убогие. Но даже если сюда приплюсовать все заводские чемпионаты, и что для каждого почти из них надо было покупать еще отдельно машину, хотя это не так. То есть многие из них можно было бы пройти на тех машинах, которые нам дали в качестве призовых. Но даже если ровно там два раза, ну то есть, хотя я тоже думаю, что их не 50, но хрен с ним, вот 50 еще машин, то есть 100 машин. Даже давайте еще прибавим, даже вот в 3 раза увеличим, 150 машин. Я уж не знаю, каким макаром. Ну вот мы бы с вами упоролись и там, не знаю, каждую гонку там, не знаю, на двух разных машинах бы проходили. Одну про запас бы брали. То это всего 150 машин у нас было бы в гараже. А здесь их 650. Вы представляете, что мы даже четверти этих машин не обкатали. И то вот из тех 50, которые у нас сейчас в гараже, мы на некоторых из них вообще не ездили ни разу. А некоторые использовали всего один раз. И то это в связи с тем, что я решил вот вам как можно больше количества машин показать. Упоролся и раллийный режим проходил на, ну, практически на каждую гонку брал
каждую, ну, машину соперника, да. Каждую гонку мы проходили на разных машинах. Вот. А там их 450, и все они новые, все абсолютно с проработанными салонами, блестящие, обалденные, мокрые. Ну, в общем, мечта, блин, автомобильного, не знаю, эротомана. Это прям вот автомобильная эротика, черт возьми. Вот, поэтому надеюсь все-таки, что разработчики Gran Turismo 7 части... Ой, хотя это не избыточные мечты, они уже, в общем-то, сказали, что они не избавятся от стандартных моделей, только опять же их снова там подкрутят как-то, но я все-таки надеюсь, что не откажутся от этой идеи и сделают просто, ну, машин 300-400 великолепных, обалденно выполненных. Да, их будет меньше, но они будут абсолютно все по высшему уровню смоделированы, и поверьте, этого за глаза бы хватило. Вот, зная еще как бы дотошность разработчиков Polyphony Digital, машины выглядели, блин, уже заговариваюсь, почти 2 часа беспрерывно болтать. Вот, выглядели бы они великолепно на самом деле, но не знаю. Судя по тем обрывкам информации, которые есть у GT7, в общем, стандартом быть. И, в общем, пойдут они, скорее всего, на очередной опять рекорд. Если сейчас уже в шестой части, там, не знаю, наверное, 1300 уже машин. Со всеми этими дополнениями, концепт-карами. Вот. Кому они нужны, неизвестно. Так. Ну, что у нас еще из современных гонок? Я даже не знаю. А, ну, симуляторы, конечно, Формулы 1 тоже. Но, опять же, я последний автосим кодмастеровский, именно формульный, играл. Это F1 2012. То есть у меня есть диск 2011 Формулы 1. И в 12-ю я скачивал ее и играл. С аккаунта друга, в общем, но играл недолго. Тогда помню, в 12-й разработчики Codemasters пиарили, ой, аж смешно, в общем, в 12-й они добавили фишку, что стали дергаться и, в общем, шевелиться спойлера. То есть вот когда на поребрике подпрыгиваешь, у тебя, значит, ну, в общем, как канделябрик такой, спойлер, шевелится, дрыгается весь такой. И, в общем, ну, сами понимаете, если разработчик пиарит вот такую вот мега-фишку, то, соответственно, с развитием франчайза есть некие проблемы, значит, явно. Вот. Естественно, они, в общем-то, действительно есть, и... У этих автосимов наблюдалось, по крайней мере, на прошлом поколении приставок, ну, какая-то стагнация, и, в общем, развития практически не было никакого. Каждый год они выпускали новый симулятор, практически от предыдущего он отличался только, ну, составом команд, в общем. Да, они немножечко там физику дорабатывали, там, с износом резины работали. Ну, по большому счету, это все можно было в качестве донов выпускать. Делать хотя бы, ну, раз в 2 года игр. Нет, вот они клепали их раз в год. И фанаты Формулы 1 вынуждены были покупать каждый год новую игру. Так, заезжаем на пит-стоп, 80-й круг, снова 20 кругов. На этот раз у нас, как вы видите, еще лучше удалось проехать и даже особо близко не подпустить соперника. Вот. Это, в общем-то, наш будет последний пит-стоп. И
Ну, как вы видите, до двухчасового лимита, в принципе, осталось 10 минут. То есть мы даже не выкатаем ресурс этих покрышек. И сейчас, по всей логике вещей, у нас еще на круг гандикап добавляется. И на 84-м где-то у нас заедет GT1. Очень надеюсь, конечно, что он не затянет до финиша, потому что это будет, конечно, фейлом грандиозным. Хотя есть у меня подозрение, даже затяни он свой пит-стоп до финиша, точнее, не заезжая больше совсем, я думаю, мы смогли бы вот эти 17 секунд за эти 10 минут нейтрализовать. Но на самом деле сейчас придется потрудиться. Мы лишь четвертый, и после этого пит-стопа мы пропустили всю эту великолепную троицу вперед. Даже Вентури вышла вперед. В общем, не знаю, то ли это потому, что отрезок мы хуже проехали, потому что после прошлого пит-стопа вперед мы ее не выпустили. Так, ну вот мы уже нагоняем лидера, отыгрываем у него. И вот сейчас надо Вентури нам обойти. Все-таки пропустила она обеих ГТ-ванов. А вот зараза, перекрестил, не дается. Но радует то, что мы все равно продолжаем догонять лидера. Уже 14 секунд осталось с небольшим. Так, ну-ка отойди, отжали. Сейчас на прямой, конечно, будет стараться выйти вперед. Подлец. Ну, конечно, не мощнее. Мощнее, что тут говорить. Так, по внешней пытался там зайти в изломе. Так, дальше у нас два ГТ-1. А, слушайте-ка. Вентури-то, наверное, уже останавливалась. И она вот за счет каждого пит-стопа, она вот, по-моему, выходит вперед этих ГТ-1-ов. В общем, они тактически, они, кстати говоря, гонку-то проигрывают. И, кстати, и мне, и Вентури. То есть, ну, если сейчас Вентури от нас сильно не отстанет после пит-стопов соответствующих, ну, по крайней мере, ГТ-1, который идет на втором месте, она его точно обойдет. Насчет лидера не знаю. Так, ну ладно, давайте закончим с этими автосимуляторами современными. В общем, по большому счету, как я уже сказал, многого я сказать не могу. Про Формулу 1, если заканчивать, то вроде бы довольно большой шаг они сделали все-таки с переходом на next-генные приставки. Там в какой-то веке появилось более-менее... Ну вот там тураж какой-то перед гонкой, да, я вот смотрел какие-то обзоры. То есть там девицы там по пит-лейну ходят, какие-то, там, не знаю, персонал команд, там операторы тоже попадают в поле зрения картинки. Ну, графика, естественно, стала очень классной, сочной, красивой. Болиды вообще практически уже как настоящие. Опять же, там по последнему тренду эту водичку, дождь пиарили там изо всех сил. Вот. Дождевые гонки, конечно, великолепно выглядят. То есть я говорю, вот эти вот именно в этом поколении это, наверное, трендом, блин, станет, что вот физически корректный дождь, физически корректная там вода, лужи, это прям вот, да, могут. Молодцы. По части физики, опять же, не знаю, что там творится с Формулой 1 новой. Но с визуальной точки зрения мне нравится. Опять же, говорили, что она очень забагованная вышла. По крайней мере, говорили о компьютерной версии. Ну, об этом уже, я не знаю, анекдоты ходят, что пекари все время страдают от каких-то полуфабрикатов, от каких-то выкидышей. Типа с приставок, потому что на приставках, в принципе, игры оптимизируют, ну и там контроль более жесткий, а на ПК, типа, можно так выбросить что-то для этих самых нищебродов на их пекарню, и, в общем, они будут довольны. Поэтому, да, насчет Формулы 1 тут тоже, в общем,
вроде бы не все так гладко. Ну и от тех же самых Codemasters не щупал, тоже не знаю, просто вот кто-то даже из подписчиков мне говорил, и так я сам единственное, что читал, что наконец-то они взялись за ум и отказались от таких богомерзких диртов, клонов друг друга, и взялись за полноценные версии, то есть снова возвращаются к корням, и вроде бы как у них даже это получается. То есть игра делается, ралли, да, она уже не Колин Макрей, но максимально, по-моему, близко они вот хотят вернуться, ну, может даже вот к идеалу Колин Макрей 2.0. По крайней мере, отзывы игроков, фанатов очень даже, по-моему, на это, в общем, намекают, что получается у них довольно-таки неплохо. Сейчас игра чуть ли не альфа-версия, по-моему, доступна. Там всего несколько машин и всего несколько трасс, но, по крайней мере, вот они сделали так. То есть это тоже какой-то каким-то трендом становится, что выпускать игру в таком сыром виде, в полуфабрикатном, и давать уже возможность игрокам ее тестить, и, собственно говоря, основываясь на каких-то отзывах игроков, ну, что-то менять в игре, что-то добавлять, допиливать, докручивать. Ну, на самом деле это неплохо. Главное, чтобы это не приводило к появлению всяких ублюдков, ну, имею в виду, что полуфабрикатных игр, которые, ну, под предлогом, что да вот мы сейчас ее выпустим, дадим вам, а потом вот допилим, в общем, не выпускали всякий мусор. Это, конечно, плохо будет. А если вот так вот, ну почему бы нет? Плюс, правда, вот не знаю. Именно с новой игрой Codemasters, с раллийной, даже, если честно, не помню, как она называется, но будем ее называть пока Колин Макрей прототип, да? Так вот, с этим прототипом бесплатно ли они ее выпустили, то есть вообще, либо все-таки за деньги. Если, конечно, за деньги, то, опять же, не очень это, ну, красиво, что ли. Хотя это такой аналог Кикстартера, да? На Кикстартере обычно игру вообще мы не видим, а просто там вывешены обещания каких-то разработчиков, и мы туда деньги закидываем. А здесь как бы уже можно пощупать и, ну, помочь разработчикам вот деньгами. На Project Cars так она и выпускалась же. То есть те, кто донатили там свыше какой-то определенной суммы, они могли играть вот в сырые билды игры до выхода еще. В принципе, ну что, 21 век, коммуникации между всеми, между всеми и всеми. Поэтому это становится трендом, как я уже сказал. Ну вот, собственно, наверное, и все. Что касается автосимуляторов, многого я, как сказал, уже не могу на этот счет что-то, ну, дискутировать, рассказывать, дабы не, ну, в общем, не развивать тут какой-то холивар, потому что я не знаю, не играл в это все. Вот. И вот, собственно говоря, за такими вот беседами мы и финишировали. 2.01, вы видите, то есть время закончилось на этом круге. И вот, собственно, 2.4 круга отставания. И вы видите, что наши соперники не закончили этот круг, то есть предыдущий круг мы там, было уже 1:59 и сколько-то там секунд, и то есть здесь отставание в минус идет, вот. То есть не в плюс, а в минус, то есть мы проехали, получается, больше, чем они финишировали как бы раньше нас. Вот, и если в нормальных гонках, то считай, мы почти на круг от них отстали, но здесь не так. Так, ну, лучший круг нам так и не удалось побить, так он и остался с тех времен, с первых, в общем-то, кругов. Странно. Так, вот у нас сумма снова перевалила за 1 300 000 мы с вами
отбили из того миллиона, который стоила альфа. Ну и, собственно говоря, сейчас посмотрим, что нам дали. Я, собственно говоря, знаю, опять же таки, что нам должны дать. И одна из тех машин, которые должны дать, она у нас уже есть. Мне очень хочется, чтобы нам дали вторую тачку из этого списка, потому что она, ну, действительно классная. Смотрим. И да, да, вот. Нам дали, вот про нее я и говорил, нам дали именно Altezu LM Edition. Отлично, нам везет, ребята. Вторая тачка здесь — это Corolla Rally Car. Это спешл модель, которая у нас уже есть. Ну вот. Если честно, не знаю, что это за агрегат. Я, по-моему, у меня его даже и не было, когда я в тот раз, ну, в детстве проходил. Не было у меня этой Altezu. Вот. Но выглядит, по крайней мере, она классно. Ну что же. Ладно, попрощаемся на этом. Надеюсь, что вам всем понравилось. Гонка была, ну, действительно интересная. Таких гонок у нас еще с вами не было. Мы боролись всю дорогу, всю гонку. И только на финише вот вышли вперед. Держали нас соперники в напряжении. Спасибо вам огромное, что смотрели. Ставьте лайки, если вам понравилось. Все-таки гонка была длинная. Мне будет очень приятно. Комментируйте. Мне всегда приятно с вами общаться. С вами был, как всегда, Скудер. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока. Будьте аккуратны на дорогах.